канал Ru Vienna Voice совместно с группой номер один для русскоязычных в Австрии «Русская Австрия» представляет. Так, приветствую всех, друзья. С вами снова Максим и... Лилёня. И сегодня 24 декабря. Два дня назад открылся храм, главный каток Вены возле Венской ратуши. И тут возле ратуши такой парк. И все дорожки парка превратились в ледовые дорожки. То есть они все дорожки залили льдом. Ну и само пространство перед ратушей тоже залито. И тут целый такой вот развернулся ледовый городок. И вот какой аттракцион даже поставили. Можно за 7 евро, по-моему, вот на такую вот высоту забраться. Так, купили мы билеты. Билеты выглядят в виде пластиковых карт. Ну-ка, выдадим одну Лене. Вот такая карточка. Заплатил я 15 евро. Из них 4 вернутся назад, когда мы карточки отдадим. Да, нужно... Ой, иди сюда, пойдем. Нет, тут не туда мы пошли, оказывается. Не функционирует? Ага. Да, нужно просто приложить ее. Вот. Вот так. А где? Так, друзья, сейчас мы зайдем на лед. Вот называется это все Wiener Eistraum. Венская, значит, ледовая... И оно будет открыто с 23 января по 8 марта. Это, наверное, если плюс 20 резко в Вене не грянет. Да, и весь пол тут такой деревянный покрыт, чтобы на коньках удобно было. Так, друзья. Так, ну-ка. И мы с Леней отправляем. Что? И вот мы отправляемся. Ну, мы с Леней, конечно, еще те профессионалы. Тут и кассы, вот там на прокат можно, ой-ой, ботинки взять. Шлем, но у нас с Леней все есть, нам ничего не надо. А тут еду можно купить, что угодно. И вот поехали, Леня, с тобой вот эти переплетения дорожек всех этих. И вот мы заезжаем. Да, вот тут ворота написано. Въезд вот тут налево. Да, и вот получается все дорожки, которые есть в парке, их превратили. Ой-ой-ой, сынок, я начинаю разгоняться. Смотри, ты давай близко держись ко мне. Мы с тобой еще те профессионалы. Держись. Друзья, ну, маленькие, поехали! Неудобно, конечно, одной рукой держать камеру. Не так сильно, еще покажу. Ну да, тут... Да. А можно разворачиваться так вот? Так, внимание. Внимание. А вот я думаю, не можно ехать как угодно. Лёня, тут та самая, там по над стеночкой не телепайся, давай едь. Да, ездят вот специальные люди. Это видео, когда вот в ту сторону там еще куча дорожек. Ну, в общем, не маленький, не сюда, вот сюда нужно, вот сюда. Помните? Да, тут был вот фонтан, а вместо фонтана остались камни. Так, ну что, куда мы поедем? Туда? Куда? Туда? Или вот повернем? Туда. Туда? Ну, поехали сюда. Ой, смотри, тут сейчас будет это самое, спуск. Кажется, да. Мы с тобой должны... Ой, божечки, ты... Сыночек, если что, бросай мою руку, потому что мы вместе упадем. Ой, ёшечки мои. Лёня, бросай, маленький, бросай. О, боже мой, друзья. Извиняюсь за жутко дергающуюся картинку. Но наш профессионализм с Лёней, к сожалению, оставляет желать лучшего.
Так, и вот, вот уже обычная дорога, а вот все дорожки, принадлежащие... Одна. Кстати, для того, чтобы начать гонки, нам с тобой надо... Немножко... на последнем месте? Нет, не надо на последнем месте. Мы не можем быть на последнем месте. Можно, нет. Сильно от меня ужас. Не отъезжай. Сейчас отъедем в другую сторону. Слушай, нам с тобой надо научиться сначала. Так, ну вот так, друзья. Как интересно, тут трава зеленая, да? Сейчас в Вене, кстати, 3-4 градуса тепла. Уже последнюю неделю держится. Так, про цены я сказал, там 6 евро, 6,50 взрослого, 5 с ребенка. Видели уже почки. Так, давай выключим камеру и поедем с тобой наконец-то. Так, сделали мы кружочек по всем. Пойдем, покажем вам, что здесь продают покушать заголодавшим спортсменам. Это, конечно, интересная штука. Такая обзорная крутящаяся платформа поднимает. Я вот даже, я забыл, сколько в газете было написано, то ли 120 метров. Что-то такое. И 7 евро стоит. Да, вот получается они все, что слева от Радхауса залили, а справа не залили. Вот тут. Пойдем посмотрим, что предлагают нам. Ты чего хочешь, сынок? Что-то что? А чем этого пойти? Там ничего нет, сынок. Нет, там... Пойдем. Кушай что-нибудь купим тебе. А где что-то такое серьезное? Картошка с мясом. Овощи тут, да, тут смотрите. Красиво все. А это вот порезанные такие блины. Огромные крапфены. Тут жарят блинчики. Может, блинчика давай, сынок? Пап, смотри, какой большой крапфен. Ага, гигантский крапфен. Так, а... Пойдем. Пойдем посмотрим все, что у них есть. Например, я куплю тут шоколадик. Давай купим там шоколадик. Давай. Так, для подкрепления своих подорванных физических сил мы, значит, взяли... Такое блюдо под названием это кайзершмарн называется, с яблочным муссом. Эти самые кайзершмарн это такие вот. Мне садики давали. Да, ну это как, знаете, как если испечь такой небольшой пирог, потом порезать его на кусочки, присыпать пудрой и запить киндерпунш. Несмотря на то, что праздники прошли, киндерпунш еще продается везде. Это у нас с чем? С абрикосками, да? Вот так, друзья. Венская ледовая сказка называется. Здесь на прокат обувь брать, шлемы. Они такие черные, которые прокатные.